один из основателей группы Ляпис Трубецкой, скончался в Минске. Руслан Владыка было 45 лет. О смерти музыканта сообщил продюсер коллектива Евгений Калмыков. «Сегодня утром нашего пана не стало. Спасибо всем за веру и поддержку. О времени и месте прощания и похорон сообщим позже. Прощай, друг». Такая запись появилась в официальном инстаграм группы. Летом 2019 года Руслана жестоко избили в баре. Мужчину обнаружили без денег и документов. У него была диагностирована черепно-мозговая травма. В клинике гитарист впал в кому, из которой он так и не вышел. Виновных в избиении не удалось найти. Какие-то люди ударили по голове, обокрали. У него была черепно-мозговая травма, очень серьезная. Он с лета был в коме. Все надеялись, что он выкарабкается, но, к сожалению, этого не случилось, рассказал пресс-атташе группы Александр Бергер для 360. Недавно Светлана Крючкова рассказала о клинической смерти. Известный онколог Андрей Павленко ушел из жизни. Мы собрали истории звезд, которые умерли, не пережив развода.